из группы номер 3 вам его покажут. Итак, слушайте и смотрите сказку Владимира Сутеева «Под грибком». Многому нас учит сказка доброте, терпению, ласке. Сказка мудрость, знание свет. Сказочный вам шлем привет. Начинаем представление детям на удивление. На полянке вдоль дорог вырос маленький грибок. Он грибочек непростой. Сказку он принес с собой. Спешит к грибочку муравей. Зайка, он промок. Пряча быстро под грибок.
Ко мне, Рома, ко мне подходи.
Если свалится счастье, подели его на части и расставь всем друзьям. Это просто.